Всем доброе утро, и наше утро начинается с каши и омлета. Кашу уже Вика съела, и ей скучно. А вот у меня омлет. Я кашу не ем, поэтому омлет для меня и для вас тоже омлет, между прочим. Она уже вылезать хочет. Сегодня выпал снег. Та-дам! Все белое, но у нас насморк, и мы не пойдем гулять. Даже домов не видно вдалеке. И машин не видно, и ничего не видно. Дети позавтракали. Вика съела и кашу, и омлет, и Данину еду. Сейчас выберешь себе капли, какие тебе нравятся, и будем капать. А тут твой насморк сегодня усилился. Смотри. Нет. Есть пшик. Не хочешь пшик? Нет. А есть капельки. Но есть еще другие. Нет. Еще в шкафу. Нет, это не подходит. Вот это или это? У тебя такой выбор? Я хочу а это вот не... это. Вот это? Да. Давай вот это, потом высморкаемся, а потом еще другие в шкафу найдем. А так мы промываемся содой с солью. Прямо в нос. Ну, Викуська, тебе не надо, ты еще ляля. Да, я тебе сама капну. Ты что, собрался капать? Да. Нет, надо лечь, надо лечь и капнуть. Так. Кто это мою сумочку откуда-то вы взяли? Интересно знать, очень, очень интересно. Я ей запаслась и уже ее даже пару раз пользовалась ей, но забываю, конечно. Может, еще ее стирать начну. Так, сегодня воскресенье. Да ты не очень-то и болеешь. Так, папа сегодня удивил нас. Папа работает без воскресений. Тоже хочешь капельки? Ой, без выходных, сегодня воскресенье. Принес Данечке свитер новый, купил. Первая вещь за 3 года и 9 месяцев. Красиво. А все почему? Потому что я хотела купить вязаный свитер. До такой степени его долго искала. Тише, тише, я же записываю, не кричи сейчас. Вот прям настоящий вязаный. Что даже пожаловалась папе, что во всех магазинах мне... советуют флиску. Запачкалась. А что это у вас тут за еда такая? Ничего себе, это вы что-то вчера ели. Сейчас уберу. Пожаловалась папе и забыла. Вот. И тут вдруг папа приносит новый свитер. Вот такие чудеса. Все еще хочу похвастаться люстрой, но каждый раз не получается. Она же как-то неправильно смотрится, когда включена. Вот. Наверное, ее надо выключить и показать. Люстру нам подарили. Да, Данечка, я тебя слушаю. А когда включить свет? Как... не включай сейчас свет, а то она отсвечивает и не показать никак. Мама, а когда демонтируют? Люстру нам подарили папины заказчики. Да, это восьмой. Вот. Ну... надо сказать, что у них коттедж или огромная квартира, что-то в этом духе. Данечка, еще секунду тишины. Данечка не может молчать у нас. И, конечно же, люстра нам великовата. Этот плафон может снять, но пока не снимаем. Он такой тряпочный, шершавый, бархатный такой. Вот, похвасталась. Мама болтала по телефону, детки забрались пить чай со сладостями. Вроде Вика согласилась на пальмочку. Да? Вкусно? Ням-ням. Какой-то перекус образовался сладкий у нас. Я любуюсь, хожу периодически снегом. Так мы соскучились по снегу в Питере. Прямо очень соскучились. Но машину чистить не хочется. Не до такой степени соскучились. Данечка тебе помог, принес. Ну, у нас вообще-то система была. Синенькая, беленькая, зелененькая. Тут надо другую уже. Синенькая, беленькая, зелененькая. Или сюда вторую зелененькую, если хочешь, сюда две. Ну, да и сюда две, Даня. Ты смешной. Оттуда взял, сюда перенес. Сюда можно. Ну, тогда сюда тоже две зеленых. Тоже вторую принеси, Даня. Сюда две и сюда две. Вот, Вика.
Ну-ну-ну-ну-ну, это Вика строила, не надо ломать. Не надо ломать. Принеси еще зелененькую. Вика заинтересовалась конструктором. Подумала я сделать реорганизацию. У нас есть два ящика больших с конструкторами. Там несколько видов, но все равно это все конструктор. И уже не помещается. Совершенно очевидно, что вот таких больших не поместится. И есть вот такой вот контейнер для игрушек. Прозрачный вези сюда. Вот мы разобрали. Нет, этот синий. Прозрачный. Да, слега дуфла, и уже там все перемешалось. И сейчас мы вот это возьмем, остатки. И перевозим. Ничего не делаем. Переложить. Вези синий. Сейчас будем пересыпать сюда. Ну, давай пересыпай. Сможешь? Не сможешь. Ну, тогда сюда мне будет поближе. Так, сейчас перевожу. Вика, нет. Вика, нет. Вика хочет помогать, но она не понимает. Здесь дупло, только клади дупло. Данечка, дупло вынимай все. Ты должен ручки из карманов вынуть, а то ты не можешь работать. И двумя ручками хватай дупло. А я хватаю обычный конструктор. Ну, забирай. Это Вика сейчас вытрясла, наверное. И упала. И вот дупло. Ну, почему не вынимаешь? Вот оттуда вынимай дупло. Да ты что? Ну, а пока ты болтаешь, я все сделаю. Вот оттуда вынимай все лего дупла кусочки. Из синего все перекочевало в воздух. Киевский контейнер с крышкой. Теперь надо вот этот еще разобрать. А здесь он уже у нас запутался. Игрушек на кухне стало меньше. И этого вполне достаточно. Относить под стол. Это... Нет, нет, под кухонный стол. Это будет для кухни. Для кухни. Вместо розового теперь вот этот будет стоять на кухне, под столом. Откуда ты привез розовый, помнишь? На кухню. Данечка, где кухня у нас? Даня, мозг включай. Где кухня? Ты точно болеешь. Стоп, стоп. Этот будет жить здесь, в нем конструктор. Ты берешь этот и несешь на кухню. Даня, где кухня? Отлично, под стол. И там будет маленький контейнер с игрушечками. Ура! Но у нас не закрывается контейнер, как бы мы ни старались. То есть слишком много конструктора придется. Хотя мы дупло вот полностью отсортировали. Дупло тоже очень много уже. А еще там конструктор. Придется нам, наверное, вот этот еще отдельно. И отдельную коробочку для него завести. Да, а иначе не закрывается крышечка. Вот эта желтая сумочка вполне подойдет. Она у нас никак не используется, да? И мы в нее все положим. Есть что-то? О, боже, что это? Это конструктор. А это что? Где? Это, видимо, когда мы с Викой разбирали, она сюда принесла, как смешно. Вика, на! Зачем ты сюда принесла? На, отнеси на кухню. Так, пусто? Все, отлично. Отличная сумочка для вот этого конструктора. Не отнесла ты? Несла? Отнеси. Собираем. Выбираем сейчас весь этот конструктор отсюда. Нам пришлось еще раз высыпать весь конструктор. И
переложить сюда. Получилась половина сумки. Вика недовольна прозрачным контейнером, который она туда... Даня туда унес, она обратно приносит. Так, ну вот, держи, сумочка. Да, ну зачем? Мне не надо, спасибо. Мне не надо грязи вообще. Не надо, спасибо. Уноси обратно. Вика, уноси эти конфеты обратно. Уноси на кухню. Уноси на кухню. Скоро обед, зачем ты мне их приносишь? Не надо мне. Уноси. Так кушать, что ли, хочется сильно? Кушать хочешь? Относи на кухню, пожалуйста. Викочка. Деловая. Грязно там, мыть надо, да? Да, но сейчас я не могу. Сейчас я занимаюсь вашим конструктором. После всевозможных манипуляций у нас получился один пустой контейнер. Один переполненный мелкими игрушечками. Почти пусто под столом. Коробка Лего Дупла. И все-таки не закрывшийся, но прикрывшийся чуть-чуть контейнер полный конструктора. И еще сумочка Викиного любимого. Отнеси, пожалуйста, сумочку туда. Все. Мы все выбрали, да. Только не раскидывай себе, но не раскидывай, хорошо? Ну, вот такая реорганизация. Но у нас еще получилось очень много мягких игрушек валяющихся. И вот там ситуация. О, я вижу еще конструктор. Ха-ха-ха. Вдалеке под батареей я нашла конструктор. Та-дам! Тащи его сюда. Девочка продолжает шалить. Поднимай. Наверное, нужно обедать, раз ты так озабочена у нас едой. Еще что-то принесено. Понятно. Вика всюду теперь достает, ставит стулья и хозяйничает, да? Это такой мужской вариант принести конструктор, да? Сначала собрал, потом... Ага, ага. Теперь вообще не закроется. Так, он не влезет под стол на прежнее место. Значит, давай ему нужно новое место. Давай под столом, например. Да? Машина стиральная подвинется? Отлично. Может, она куда-нибудь вот в тот уголок пойдет, эта стиральная машина? Там, в самом уголочке, где вы любите постоять. Да. Она у вас используется как какая-то тумбочка или подставочка. Да? Нормально? О, отлично, рабочее место организовалось. Конечно, Вике тоже нужно сесть. Ну, смешно. Что же делать? Подожди, сейчас посидит Даня, потом посидит Вика, хорошо? Столько конфет-то в рот не влезает. Верно, обывателю непонятно наше счастье. У нас образовался порядок здесь, не знаю, надолго ли. Эта дорога будет собрана потом. Здесь появился гараж. Здесь у нас почти пустой ящик, в него еще много поместится. Пазлы с пола переехали сюда. И самое главное, что все у меня вот. Можно мыть пол. Когда ничего не западает. И там у нас пусто. Лего Дупла отдельно. Это Викина. Чтобы поближе было. Ну, Даня, конечно, тоже. Инструменты доступны. Пазлы не очень доступны. Вика их не видит. Не вспоминает. Чтобы не разобраться. Книжки, которые можно. И нашли то, что мы играем стоя. Что-то вроде порядка. Все оголодали. С какого места, интересно, я говорю сама с собой, не знаю. В общем, там теперь под столом можно спать. И, в общем, это наши маленькие дети после обеда. Ой, здесь вот такой обед у нас сегодня. Там есть винегрет, который сам ездит по полу. Нашел вертолет какой-то, закрой морозилку, а то Вике так нравится там рыться, морозилка полная хлеба у меня. Даня строит вот из этих вот кусочков тортика башни какие-то, они падают. Это наш игрушечный тортик. Кидает Вике на воображение. Викочка, ну не надо, солнышко. А этот тортик
ногой закрыла дверцу холодильника. Ничего себе. Ты какая-то хулиганка у меня, да? Ну-ка, и как ты закрыла? Покажи, как ты закрыла. Ох, ничего себе. А кто это тебя так... Ой, Даня, ай-яй-яй. Вика, между прочим, аккуратно ногой закрыла. Кто так научил, не пойму. О, ты нашла платье. Оно там сохло на батарее. Давай, давай. А можешь? Что такое, это мои бедные ушки. А можешь отнести к себе в комод? Отнесешь в комод? Да? Хорошая девочка? Давай, отнеси. Я боюсь показываться. Я мечтаю, когда настанет тихий час. Сопли появились у Вики тоже, не только у Дани. Вот тут, кстати, мы забыли две елочки убрать. Уже все убрали, игрушечные елочки тут стоят. Ой, когда же тихий час, вот немножко тишины. Перед обедом дети вообще сошли с ума, кричали, визжали. Моя верхочка продолжила, прости. Данечка, я сейчас уберу в кладовку этот громкий тортик. Я тебе помогу достать. Ой, что-то Вика долго не возвращается. Вертолет. Что там Вика делает? Вертолет потом. А я еще пытаюсь сквозь шум смотреть блогеров из Японии. Сегодня я смотрю Японию. Там тайфун. Мне не дают посмотреть нормально. Давайте не будем больше так хлопать, иначе дверь ломается. Даня, закрой, ты не закрыл. Ты вот хлопнул. А дверь при этом ведь не закрылась. Все, вот сейчас давай. Все, больше не хлопаем, ладно? Надо, наверное, из кухоньки нам убегать уже. Закрой, Викочка. Все, там стул пускай стоит. Все, все, нельзя играть в холодильник. Нельзя играть в холодильник, Викуся, нельзя. Пошли в комнатку. Пошли в комнатку играть, пошли играть. Все, ты молодец, ты послушалась? Послушалась, Вика? Подними, пожалуйста, у Данечки упал тортик. Ну и, наверное, будем укладывать все уже. Покажи мне, где котик забивает гвоздь. Да, молодец. Это зайчик прыгает. Прыг-скок. А эта собачка упала. Как она упала? Бух упала. Аф, собачка говорит. А покажи мне, где кран? Кап-кап-кап. Где кап-кап? Нет, вот кап-кап. Кран кап-кап-кап. Кап-кап-кап-кап. Видишь, а где рыбка? Буль-буль-буль. Покажи рыбку пальчиком. Да, молодец. Вика мне экзамен сдает. Книжку хочу уже убрать. А где лошадка? Где лошадка? Иго-го. Только не подсказывай, Данечка, ладно? Аф. Хотела спросить, где собачка? Ты уже ответила. А как собачка хлопает в ладоши? Покажи. Хлоп-хлоп-хлоп. Молодец. Это что, да? Это кусочка спит. Мяу, 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 мяу. Кусочка на тебе спит. А это что за кошечка странная какая-то? Детки, что с вами? Где? Головой только ее не дави. Котик пришел кошечку целовать. Нет, я. Аккуратно, там твердо. Покажи, как
Но там твердо, аккуратно, котики. Аккуратно не упади, Даня. Даня, там твердо. Даня, 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 Даня. Даня, ей может быть больно. Ты сильный очень. Ты сильный очень, аккуратно. Даня, Даня, аккуратно. Ты ищешь, что поесть? Не хочет винегрет? А, она просто хочет из другой тарелки винегрет. Ей надо чужой винегрет. Ой, Данечка, молодец, кормит сестру. Ой, молодец. Ты мало съела-то, иди съешь. Еще, да. Только не обратим. Нет, она маленькими, наверное. Ну, хорошо, маленькими. Даня сказал, не обратим. Маленькими порциями пускай. Сейчас прожует и еще придет, да. Еще придешь к Данечке. А? Почему ты не хочешь? Иди кушай, Даня кормит тебя. Даня кормит Вику. Иди кушай. Что-то не хочешь. Хотела, кстати, все похвастаться, и все время некогда. Все бегают. У меня второй новый дозатор. Они абсолютно одинаковые. Я боялась, что будет не различить. Но тут видно, что это фейри. А здесь жидкое мыло. Та-дам! Вид стал лучше. Что ты жалуешься? Пошли купаться. Пошли купаться, Вика. И спать. Тем временем я хочу приготовить вкусняшку из готового теста. Так, это не самая лучшая колбаса в ней. Вместо нее может быть ветчина или красная рыбка. Это сыр. Вместо него может быть любой другой сыр, либо сыр фета, как вам больше нравится. Петрушка. Еще можно добавить лук, но его сейчас нет. Огурец соленый, можно свежий, как вам больше нравится, разогреть духовку. Вынуть, кстати сказать, поднос, пока еще положить на него пергамент. И сейчас я разрежу таким образом, чтобы косичка была. А, еще я хочу раскатать это тесто, чтобы было побольше, подлиннее. Муку взяла, чтобы так ужасно оторвался пергамент. Я 100 лет им пользовалась. Хочу похвастаться, что здесь мне поддерживается порядок. Здесь не открытые пачки, а не закрытые. И этот предмет, который используется очень редко, а раньше использовался почти каждый день. Вот. Порезала, я очень спешу, пока папа появляется с этим ребенком в ванне, с одним ребенком в комнате, боюсь, что
промазывать не советую, потому что он станет влажным. Я выскакивала и быстро-быстро вот это вот все залепляла и отправляла в духовку. Я даже умудрилась в ту беременность серьезно обжечь руку. Так мне хотелось готовить. Я даже лепила лежа пирожки. Так я скучала по готовке. Не знаю, поймет ли меня кто. Это не супер-пупер вкусно. Супер-пупер вкусно, когда это плавленый сыр, красная рыбка. Можно по-другому, можно вообще фарш, да, плавленый сыр, фарш, в общем, все что угодно, но сейчас у нас такой вот очень-очень-очень экономный вариант, и я ему все равно рада. Время-то уже 10:20, а девушка еще у меня не купалась. Зато папа играет с Даней в ванне. Готовы мои косички, я их отправляю в духовку. Видео вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Если рецепт понравился, перешлите, пожалуйста, друзьям. Я уменьшаю на 180, но это тоже все. Пока уж у меня столько времени, я еще успела получить овощи. Мне грезится, что завтра будет салатик. Можно изготовить и убрать, накормить. Еще раз.
косичку.